Еще одна тема, затрагивающая безопасность горожан, это соблюдение правил дорожного движения при переездах через железнодорожные пути. С начала года на переездах Свердловской железной дороги произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Ежедневно дежурные по переездам фиксируют случаи грубых нарушений водителями правил дорожного движения. В преддверии новогодних праздников железнодорожники хотят привлечь внимание водителей к проблеме безопасности, призвать быть более внимательными и ответственными. Одна из акций прошла накануне. Дед Мороз и Снегурочка напомнили автомобилистам о правилах дорожного движения при пересечении переездов, раздали памятки и сувениры. С Новым годом! Желает всего хорошего и просит не забывать о правилах переезда, железнодорожного переезда. На красный свет не проезжаем, шлагбаум не объезжаем. Мы желаем здоровья вам и вашим пассажирам. Всего хорошего! Новым годом! Новым годом! С наступающим Новым годом! Берегите себя, своих близких! Все, не забываем про правила переезда. Профилактические мероприятия в усиленном режиме будут проходить на протяжении всей предновогодней декады. Раздачу памяток работники Свердловской железной дороги проведут на наиболее загруженных переездах региона. Прошло такое мероприятие и на одном из ЖД-переездов Новоуральска. Мы выбрали 443-й километр, переезд железнодорожный между Верхневинском и Мурзинкой для проведения акции «Культура безопасности дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов». В преддверии новогодних праздников хотим провести агитационные мероприятия, посвященные привлечению внимания автомобилистов к правилам дорожного движения, к их соблюдению. Может произойти в случае нарушения правил дорожного движения столкновение поезда с автомобилем, в результате чего есть риск человеческих жертв, травм, увечий и повреждения не только автотранспортного, но и большие, может быть, привлечен большой ущерб инфраструктуре железной дороги.